Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил главе UFC Дани Уайту, что оценит возможность своего возвращения в октагон после турнира UFC 257, на котором он хочет посмотреть на выступления Конора Макгрегора, Дастина Порье, Майкла Чендлера и Дэна Хукера. Об этом сообщил сам Уайт. Хабиб мне сказал: «Я собираюсь посмотреть два поединка в легком весе на UFC 257. Если кто-то в поединках покажет что-то впечатляющее, он вернется и будет драться». Он также упомянул Чарльза Оливьеру. «Впереди у нас два боя, также у нас есть Оливьера. Если эти парни что-то покажут, Хабиб вернется». Резюмируя, скажем прямо, решения нет, Хабиб не вернулся, он не освободил титул. Бой Макгрегора и Порье не будет титульным. Хабиб посмотрит на турнир, а затем решит, достаточно ли его заинтересовал кто-то, чтобы вернуться. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!